дадите мне это. Не провоцируй, ну не провоцируй, ну что ты провоцируешь? Скажи, ну что ты провоцируешь? Вот так, все, вот так, молодцы. Горизонтально. Вот туда смотри. Вот сюда. Ой, у него же задница такая. Ага. Это ты помоложе. Сзади красота, страшная сила. Да, Сереж, здравствуй, здравствуй. Вы подъехал, подъезжай на территорию, Татьяна Сергеевна пропустит, я у Львова экскурсию закончу и выйду к вам. Давайте. Да, едем. Как тройка лежит тогда? Да. Угу. Коней. Да здесь на пляже, около бунгало, около машины. Этот придурок по парку ездит, видите, который провозал. Идет? Да, вот идет. И только язык. Степашка идет. Заведи его. Это Степашка, по-моему. Нет? Степашка. Степашка. А-то легла как. А, да. Ой. Да-да, можешь потрогать. Можешь потрогать. Можешь. Туристы, что хотят, то и делают со львами в саванне. Хотят за пятку, хотят за хвост, вы понимаете? Тело подтягивается с чип. Ей стало скучно, видно. Зайка. Красиво было, три львицы вот эти вот, да? Сейчас вообще четыре. И все поднялись, проснулись в конце концов, смотрите. Там сзади тебя все стоят. Нюхают тебя. Они готовятся посмотри, к вечерней охоте. Стерва пошла по лапам. Угу. То Дейл, то Чип. Блахи. Угу. Да, проходите, проходите, можно, можно. Миллиметруйте. Вот хорошо очень тут, да. Хорошо. Цветочком так, если бы еще вот так вот, и было бы как лепестки цветочка львицы. А, то есть... Ох, как тяжела жизнь львицы. Пойдем со мной. Есть хорошая мысль. Саша, ты как... Надо убрать ее хвост. Я готова речку здесь, между ними. Чип. Вы, главное, к Дэйву не подходите. Нет, это другой парень. Ой. Он кого-то взял на подмогу, да? Вот так, в случае львов, снимите, пожалуйста. Степашка туда смотрит, туда Степашка смотрит, туда. Степашка не знает, то ли удрать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Львов и светская лица. Она и так не дышит. А вот что за лев такой здоровый? А это Чип, это брат Дейла. Два самых выпуска. Это старше, да? Они одинаковые. Да, одинаковые. Братья. Так, господа, пойдемте. Машина подана. Они доедут, смотрите? Да. Садитесь. Да, Дейл. Стой! Скажи, идите, что он красивый львиный пляж. О, твое любимое место. Да. Мое любимое место. Да, два белых льва. И стерва. С ними. С Чипом, да. Она гуляла несколько дней с Дэйвом. Теперь с Чипом. Поэтому, если и будут у нее львята когда-нибудь... то от белых львов, от белых братьев. Чтобы братья к ней никого сейчас не подпускают. Вот сколько она ко всем приставала всю зиму. Никто на нее не реагировал. А выбрала самых двух красивых львов. Охмурила.
надежно, главное. Правда, классно вообще. Все тут. Ну, Олег Алексеевич, как всегда, собирает бумажки. Продолжаем нашу экскурсию по общению со львами парка Львов Тайган. Молодые львы. Тройка молодых львов. Меня не пускать. Идем мимо. Наверное, как они подружились. Кай. Это Кай. Витя. А Филя никак возле машинки. Все к машине. А, бум. Аж машину такой. Двинул. Витя сел, да? Нужно выйти, Саша, еще. Виктор. Кай, как на это, что они дружат? Давай щелкай, Саша, между собой. Уже кадры уходят. Так. Все, чтобы он не залез. Успел? Да. Садись. Садитесь, Александр. Да нет, он просто одно. Саша наступит, между ног не на шубу, будет не способен. Провожай. Да. Красавец наш, а. Филька, иди к друзьям. У вас Филя, такая... Филя, хорош. Тройка получилась. Насколько хороший, чтобы есть машину. Не настолько. Скажи, так хочется. Стал, а? Вообще. Обалдеть, возьми. Филёк. Да. А то уже у него шерстка на пузе тоже, ой, да, растет. Вообще классный. Будет... Хорошая у него линия. Но мохнатый такая, будет такой мохнатый, очень такой красивый лев. А... Будет типа Марселя. Молодец. Ну так и крестный папа у него головомойный, да. Крестного папу, это точно. Филя, нам ехать надо. Все, сел впереди машинки. Скажи, а мне не надо... Моя машинка. Или это ты держишь, Филя, пока Витя идет, да? Витя как идет. Этот самый. И Витя идет. Филя держит, пока Витя на подходе. Скажи, ребята, я держу туристов. Держит еще, да. Все, показывай дорогу. И Витя красавец. Мальчик, да. И Кай красивый. Кай первый раз видит. Ой, Филя, какая ты красота. Сопровождает машину. Скажи, внутрь не пустили, хоть рядом пройдусь. Люди едут с семьями. Сегодня уже несколько экскурсий и все с семьями. Потому что тайганутость – это такая болезнь, которая подкашивает всю семью, без исключения. Кому мы приехали? К Марселю? Мой красивый лев. Мау. Да, да. Хороший. Ай, такой плавный. Ой, мой хороший такой.
Все, люди пришли. Человеки пришли. Садитесь рядышком. Ты царь или кто? Он уж точно царь. Это вообще самый красивый. Ой, гордый такой, да? Такие фотографии просто на всю стену сделала. Смотри, как я это видела. Гладь его, гладь его, ему чтобы приятно было, чтобы он видел. Все, вы не просто сидите. Во! Какой кадр был. Какой кадр был. Вот. Нифига себе, не поймал. Надеюсь, у меня там лицо не страшно. Так он просто зимой был. Ладно. А что он там нашел? Да, мы порвали. Ладно. Сар, ты иди сюда. Муж. Ну, ты как, да?